Приветствую, друзья! Сегодня у нас распаковка. Здесь наушники в Sonic VSD-1S новой редакции с новым кабелем. Вот так вот выглядела старая коробочка в Sonic VSD-1S. Как видите, она отличается от новой. Ну вот, давайте распакуем. Стараемся не повредить упаковку. Так. Вот такой вот подарочек непонятный. Что это такое? Похоже на какую-то клипсу. А, здесь нарисовано. Это у нас зажим, получается, для наушников. Ну, чтобы удобнее было носить. Я использую вот таким образом. Я просто накручиваю кабель на сам плеер. Они предлагают накручивать вот на эту штуку. Неинтересно. Так, достаем. Больше ничего нет. Вот настолько изменилась коробка, друзья. Смотрите. Очень сильно изменилась. То есть намного меньше стало. Суть этого обновления. Теперь они заменили кабель. Кабель стал получше. Так, ну вот, например, возьмем старую коробку. Что здесь было? Как видите, у меня вот наушники и вот наушники. Именно по этой самой причине, потому что кабели были отвратительны, не рвутся. На моей памяти уже 3 пары наушников валяются дома из-за кабеля. Починить невозможно. Что было раньше в комплекте? Бумажка в Sonic. Вот такие. И вот такие амбушюры. И пара заушников. Также были. Была клипса. Тут можно увидеть клипса. Это от второй пары наушников. Так что вот две. И такая вот сумочка. Вот это было в старой версии наушников. В новой, как мы уже увидели, добавили вот такую хрень непонятную. Ну и давайте посмотрим. Так. Так. Очень хорошо, что уменьшили коробку, потому что размер посылки был просто огромный. Да, давайте рассмотрим саму коробочку. Вот так вот она выглядит. Написано здесь та-та-та-та-та. Можно стереть слой, чтобы проверить на сайте оригинальность. Написано все по-английски. Так, ну выглядит симпатично. Никаких знакомых надписей нет. Характеристик никаких нет. Made in China, сайт. Так, открываем. Здесь нас также встречает такой же поролончик. Такая же совершенно сумочка. Амбушюр почему-то вот 2. Очень мало. Раньше было больше. Так. Также положили такую же инструкцию в Sonic. И все, друзья. Больше ничего. То есть теперь нету дополнительных амбушюр. Вот таких вот. Сейчас покажу. Раньше вот такие были. Ну и посмотрите, сколько их было раньше. Видите, много. Теперь стало вот это вот и все. То есть решили серьезно сэкономить. Так, рассмотрим теперь сами наушники. И сравним с тем, что было. Ну давайте эти возьмем. В принципе, практически ничем не отличаются. Даже я сказал бы ничем. Отличие только в кабеле. Если раньше кабель был обычный, такой вот серый, то теперь он в таком виде змеи, как они говорят, такой же, как в Шенхайзере E80. Или E8, не помню точно. Вот, вроде как кабель стал лучше. Вот также средняя часть, видите, также изменилась. Здесь написано теперь в Sonic. Штекер остался неизменным. Вот такие вот, друзья, наушники.
послушаю, оценю, насколько они отличаются. Это надо потратить какое-то время, послушать. На этом, друзья, все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, смотрите другие мои видео. Подписывайтесь на группу ВКонтакте. Всем пока!